если? Неплохо. Совсем совесть потерял. Do you speak English? Yes, yes, yes. Ты хотя бы знаешь, как яблоко будет на английском? iPhone? Горе, англичанин. Да хватит меня бить! Ты понимаешь, да, что эта шляпа лежит там уже 2 дня? Может быть, ее шил вместо того, чтобы сидеть у меня над душой? С какой стати? Вообще не ори на меня, я твоя старшая сестра, и хватит сидеть у всех на шее, ты достал! И шляпу я твою забираю. Я тебя ненавижу, ты самый худший брат. А помнишь, эй, можно поаккуратнее? Не, серьезно, очень жаль, прости. Так вот, сегодня родили, так что... Хорошо. Чё, Серёга? Всё? Ну, в общем, смотри, еще недавно у меня было математика, я все просто завалил, я забыл все формулы и ничего не делал. У меня вообще завтра дедлайн, а я за проект даже не садилась. Да, бывает. Понимаю. Ой, тебе не нужна поддержка? Может, мне чем-нибудь помочь? Ну, да нет, не нужна. Ну, спасибо, я сама могу. Ну, спасибо. Хотел, да. Список погиб. Алихан? 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 Прости, мое время вышло. Когда это происходит, ты обманываешь свой разум. Нужно уметь отпускать людей. Прошлого уже нет. Будущее еще не пришло. Есть только настоящее. Цени его, и будешь счастлив. Здесь и сейчас.